Всем привет! Сегодня готовлю вкусный, быстрый, простой в приготовлении мясной пирог. Беру 400 грамм фарша. У меня фарш свиной, вы можете взять любой. Добавляю в сковородку небольшое количество растительного масла и отправляю фарш обжариваться. Пока обжаривается фарш, лук нарезаю мелким кубиком. Я беру одну маленькую луковицу. Фарш немного обжарился, отправляю сюда лук. Также чеснок измельченный. У меня 2 крупных зубчика. По вкусу добавляю соль. Черный молотый перец и молотый кориандр. Все хорошо перемешиваем. И еще немного обжариваю фарш вместе с луком и специями. Начинка для пирога готова. Даю ей полностью остыть. Пока остывала начинка, я разморозила 2 пласта слоеного дрожжевого теста. Немножко тесто раскатываю. Прям совсем чуть-чуть, много не нужно. Второй пласт теста тоже раскатываю. В верхнем пласте делаю такие насечки. Расправляю вот так сеточкой. На нижний пласт укладываю уже такую холодную мясную начинку, остывшую. Начинки не жалейте, добавляйте побольше. И сверху укладываю уже сеточку. И защипляю. И сверху смазываю взбитым яйцом. И отправляю в разогретую духовку 190 градусов примерно 25-30 минут. Смотрите по своей духовке. Еще сверху присыпьте кунжутом, у кого имеется в наличии. Ну вот такой вот вкусный, красивый мясной пирог получается, еще очень ароматный. Попробуйте, приготовьте, просто, быстро, легко. Для таких рецептов я всегда держу упаковку слоеного теста в морозилке. Очень бюджетно и не нужно тратить много времени. Кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!